Фотовыставка «Новые лица страны» открылась в Астане. Посетителям представлены фотографии победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» с описанием их деятельности. Экспозицию посетили и сами участники конкурса. Они рассказали о своих интересах и планах на будущее. Продлится фотовыставка до 21 марта. Напомним, проект, инициированный главой государства, стартовал в прошлом году. Целью его было выявление малоизвестных, но ярких людей нашей республики. Кандидаты были отобраны путем онлайн-голосования. Находясь на данной выставке, конечно же, это очень отрадно, радостно находиться в коллективе таких вот выдающихся ребят, такой выдающейся продвинутой, скажем, молодежи, которая вносит огромный вклад в развитие, в становление нашего будущего, нашего Казахстана.